полностью бесплатная и работа удаленного характера. Давайте для начала с вами познакомимся. Меня зовут Баринова Инна. Проживаю я в городе Магнитогорск, Челябинская область. А где проживаете вы? Напишите в чате. Тоже Магнитогорск, да? Смотрите. Отлично. Смотрите, начну я с того, что у каждого человека есть мечта. Ну, если ее нету, да, то рано или поздно она появляется. Если мечты не свои, то мечты детей. Мечты у каждого человека могут быть абсолютно разные. Кто-то хочет красивую представительскую машину, кто-то хочет красивый, огромный, шикарный дом, да, кто-то хочет дом там в России, кто-то хочет в своем городе, кто-то хочет на море, кто-то хочет вообще где-то за границей, да, дом. Кто-то хочет нормальный достаток на семью, кто-то хочет путешествовать, как говорилось в видео, 4 раза в год. У каждого свои мечты. Та работа, на которой вы работаете сейчас, или если не работаете, да, там, может быть, в декрете, есть ли какой-то шанс заработать на свою мечту на такой традиционной работе? Есть ли альтернатива вот тому, что вы сможете достичь всех своих мечт и всех своих целей, работая, продолжая делать все те же самые действия, которые вы делаете сейчас? Если нет, если вы не хотите работать от звонка до звонка, да, по приказу или по указанию руководителя, хозяина, да, или начальника, то мы предлагаем вам вот такую альтернативу, которую приведет вас рано или поздно в любом случае к тем доходам, о которых вы, может быть, сейчас даже и не мечтаете. Есть вот такой квадрант доходов, да, сейчас мы их быстренько рассмотрим. Первый – это рабочий, то есть работаешь за зарплату, 40 лет, да, до пенсии, выходишь на пенсию, скопеешь на пенсии и непонятно, чем, на что живешь дальше, да. И всю жизнь, вся жизнь проходит в том, что мы приходим с работы, готовим обед, там ужин на следующий день, убираемся, ложимся спать, утром все с самого начала, как белка в колесе, встаем, да, опять идем на работу, целый день на работе, вечером приходим, опять готовим, убираемся, ложимся спать и так по кругу всю оставшуюся жизнь, да, целый год мы ждем отпуска, который пролетает мгновенно на огороде, а не где-то там на Бали или на Мальдивах, и всю неделю мы ждем пятницы, чтобы наконец-то суббота-воскресенье отдохнуть, да. Зависимость от не от себя, а от государства или от работодателя, ну и стабильность такая в кавычках. Следующее это специалисты. То есть это специалисты, которые занимаются там ремонтом одежды, ремонтом компьютеров, то есть маленькие такие бизнесмены, у которых есть свое дело. Кто-то шьет на заказ, кто-то там ногти наращивает, да, кто-то ресницы наращивает, ну и так далее, и так далее. То есть работают сами на себя, есть свобода выбора. Но смотрите, тоже огромная зависимость от того, что если есть клиенты, то деньги идут, да, если клиентов нет, то деньги не идут. То есть постоянный такой же страх, что не будет денег, что постоянно нужно искать людей, которым будут интересны мои услуги. Следующий квадрат – это Б, квадрат бизнесмен. Другие люди работают на тебя. Свобода выбора, свободное время, да, большие доходы. И последний, ну, самый лучший, наверное, квадрат, это квадрат инвестор, деньги работают на тебя, свободное время, огромные возможности. Скажите, в каком из этих 4 квадратов вы хотели бы оказаться? R, S, B или I? Ну, огромные перспективы, да, это, конечно, в квадрате, который находится... Право, это бизнесмен и инвестор, совершенно верно. И вот мы вам предлагаем такую возможность стать бизнесменами, стать предпринимателями. Да? Сегодня я отвечу на главные вопросы, которые мы раскроем. Да? В чем смысл работы, что же нужно будет делать, откуда берутся деньги, кто вам будет помогать и что вы получите в результате.
Для начала хочу показать вот такую статистику, которую буквально сегодня я нашла. Стоимость квартиры студии в Москве. Скажите, есть такие люди, кто хотел бы жить в Москве? Если не сами, то, например, там детей отправить жить в Москву, да, там учиться, ну и чтобы они не жили в общежитии, а чтобы сразу красивая жизнь, купить им квартиру, себе квартиру рядышком, да, чтобы наблюдать и быть рядом. Вот смотрите, студия, квартира-студия в Москве стоит, маленькая площадь, кстати, 48 квадратных метров, сегодняшняя цена 12 миллионов рублей. Скажите, можем ли мы позволить себе такую квартиру, работая на государстве или работая у участника, ну, наемным? При средней зарплате 30 тысяч рублей, и то 30 тысяч рублей это такая высокая, да, зарплата. Смотрите, что получается? 30 тысяч рублей, если мы не будем ни пить, ни есть, ни одеваться, ни возить детей на море, ничего не делать, то есть все 30 тысяч мы будем откладывать на квартиру, да, за 12 месяцев за год мы накопим 360 тысяч. Чтобы купить квартиру-студию в Москве стоимостью 12 миллионов, нам нужно копить ровно 33 года. Ну как, круто. К тому времени у нас уже и дети будут не 18-летние, да, уже такие, как мы, 40-летние, правда? При этом, если 48 квадратов – это достаточно маленькая квартирка, если рассматривать квартиры на сегодняшнюю, вот прям на сегодняшний день, на 13 апреля, площадью 100 квадратных метров, то квартира-студия в Москве стоит 50-57 миллионов рублей. Итак, в чем же смысл работы, да? Ответим на первый вопрос. Смотрите, абсолютно суть любого бизнеса, будь это такси, будь это какие-то частные клиники, будь это стоматология, продажа продуктов, продажа косметики, там, продажа порошков, все что угодно, вот любой бизнес, который существует, его суть в чем? Это создание товарооборота. Что такое товарооборот? Это объем проданных, купленных товаров, да, в денежном выражении. За определенный период времени. В любом бизнесе продвигаются товары или услуги. Соответственно, чем больше людей, чем больше товар или услуга пользуется спросом огромного количества людей, тем больше прибыль. То есть, если этот продукт не пользуется спросом у людей, то прибыли никакой нет. Смотрите, такая ситуация. Предположим, у вас около дома открыли магазин. Вы в него ходите, да? Ну, например, за теми же самыми продуктами. На кассе вам говорят, спасибо, вы там целую неделю ходили к нам за продуктами, вот вам, пожалуйста, дисконтная карта со скидкой 20%. О, классно! Как вы думаете, пойдете вы в следующий раз в другой магазин, в котором вам не дают скидку? Или вы будете ходить за продуктами в этот магазин, где вам дают пожизненную скидку 20%? Ну, я думаю, ответ очевиден, да? Еще неделя проходит, выходит хозяин магазина и вам говорит, вот вы рассказали всем своим знакомым, да, рассказали всем знакомым, что, ты знаешь, я хожу, вот продукты, которые постоянно мне нужны, покупаю в этом магазине, мне за это подарили дисконтную карту. Все ваши знакомые пойдут туда же за этой же дисконтной картой, будут неделю ходить за продуктами, чтобы получить 20% скидку. 20% это достаточно хорошая скидка, да, в сравнении с монеткой, например, там 2% на карточке нам дают. Вы рассказали всем своим знакомым, ваши знакомые начали ходить в этот магазин, еще неделя проходит, выходит хозяин магазина и вам говорит, вот я вам выплачиваю зарплату, да, за месяц, за то, что вы рассказали своим людям, чтобы они посещали мой магазин, да, из мира фантастики, правда? Но как раз в жизни вот за покупку, да, в магазине нам не платят. А вот мы как раз предлагаем такую систему работы, которая будет платить именно за то, о чем я сейчас рассказала. Вот скажите, что нужно абсолютно каждому человеку ежедневно по утрам и вечерам? Какой товар самый ходовой? Вот самый-самый ходовой какой? Мыло, зубная паста, правильно, мыло, зубная паста, да, несмотря на то, кризис в стране или не кризис, какой доход в семье, вообще не важно, на любой вопрос всегда человеку нужна зубная паста, нужен шампунь, нужно мыло и так далее, да, правильно, то есть продукты для гигиены.
Смотрите, что мы предлагаем. Один человек никогда не продаст столько, сколько продадут 10 человек. 10 человек никогда не продадут столько, сколько продаст 100 человек. Но 100 человек никогда не продаст столько, сколько купит лично для себя 1000 человек. Вот основная формула – это покупка для себя плюс информационная деятельность. И таким образом мы будем с вами создавать многомиллионные товарообороты, за создание которых нам компания будет платить зарплату. Один человек, предположим, купил себе одну зубную пасту и один шампунь, да, он потратил 225. Да, все верно. Он потратил 225 рублей, да. 10 человек купили себе одну зубную пасту, один шампунь, товарооборот вашего интернет-магазина будет составлять 2250 рублей, ваш доход будет примерно 10%, 225 рублей. Ну и так далее. 1000 человек купили себе одну зубную пасту и один шампунь. Вы создатель товарооборота в 225 тысяч рублей, ваш доход примерно 22 500 рублей. Как это будет выглядеть на реальном примере? Да? Что нужно делать? Мы находим всего 3 человек, толковых, умных, с головой, то есть своих знакомых, которых мы хотим видеть с собой в бизнесе рядом и вместе, да, которых мы хотим тоже научить хорошо зарабатывать. Мы учим их покупать для себя, учим их обучать других, и они идут за своей троечкой. Это будет выглядеть вот таким образом. То есть вы первый человек, вы организатор, вы человек, который открыли свой интернет-магазин, и вы начинаете приглашать людей за покупками в свой интернет-магазин. Показываете идею, что просто на личных покупках вы можете зарабатывать хорошие деньги. Вот таким образом будет строиться посетители, будут посетители в вашем магазине, да, 1, 3, 9, 27, 81, 243, ну и так далее, и так далее, и так далее. Ну вот, да, если каждый человек будет приглашать всего 3 человек, которым нужны деньги, которым он хочет помочь хорошо зарабатывать и так далее, и так далее. Это бесконечная цепь, это золотая жила, на которой можно получать огромные деньги. Смотрите, ну, например, да, 4591 человек купили для себя и семьи мыло, шампунь, гель для душа, зубную пасту, тушь на 1000 рублей. Вы создали компании товарооборот на 4,5 миллиона рублей. Вы организатор товарооборота, ваша прибыль примерно 10%, 459 тысяч. Неплохо, правда? При этом никто никому ничего не продавал, все просто покупали для себя то, что и так необходимо, что в любом случае мы пойдем и где-то это купим. Если вам покажется, что найти этих 3 человек, которым нужны деньги, очень трудно, то вот на сегодняшний день на одном только сайте, на одном сайте Job.ru, смотрите, размещено 5 715 232 резюме. То есть такое количество людей ищет работу на одном только сайте. Если вы откроете сайт Авито, то там резюме будет еще в 2 раза больше, а таких досок огромное количество. Ну и здесь я сразу вам предложила, да, вариант, как вы сможете приглашать людей. Все, что вам нужно будет делать, приглашать их точно на такое же собеседование, на такую же презентацию, которую проходим мы сегодня с вами. Сами вы ничего рассказывать не будете, рассказывать будем мы сами. Наверное, возник вопрос, с какой компанией мы сотрудничаем. Мы сотрудничаем с компанией, самой крупной европейской компанией на рынке прямых продаж, это компания Oriflame. Но не пугайтесь, друзья, компания сменила сейчас тактику работы, да, технику работы, и сейчас мы всю работу будем вести в сети интернет, не выходя из дома. Почему Oriflame, да? Самые успешные шведские бренды сегодня продолжают покорять мир. То есть самые успешные это IKEA, Electrolux, да, Tetra Pak, Volvo, это все Швеция. Соответственно, на этой же ступеньке стоит и компания Oriflame вместе с этими известными брендами. Сейчас, ну, 90% населения, да, знают, что такое компания Oriflame. Поэтому люди знают, что это качественная, хорошая продукция. Поэтому никто не пугается. Компания уже 49 лет на рынке, мы знаем, что если компания просуществовала 10 лет на рынке, то она уже никогда никуда не уйдет. Если компания меньше 10 лет на рынке, то она может
развалиться в любой момент. Поэтому сотрудничаем с компанией. То же самое, как вы в банк, например, накопили денег, да? В какой вы банк пойдете? Который сегодня новый открылся на вашей улице? Или вы пойдете вам в известный вам там Сбербанк, предположим, который несколько лет уже на рынке? Естественно, вы пойдете в тот банк, потому что вы боитесь потерять свои деньги, да? Вы пойдете в тот банк, который вам известен. Компанию уже сейчас называют «Кузница миллионеров». Ну, вопрос, что будет дальше, да? Это косметический бренд номер один в странах СНГ. Компания имеет 6 собственных заводов. Мало какая компания может себе позволить такое огромное количество заводов иметь. Есть собственный научный центр в Дублине. Самое большое количество ученых среди всех косметических компаний мира, более 100 человек. Есть собственный благотворительный фонд. Компания не тестирует продукцию на животных. Не 12 зарплат в году, как мы привыкли, а 17 зарплат в году. Более 800 новинок в год выходит, да, работает в 60 странах мира. Вы можете работать во всех этих странах, ну, если знаете язык. В составе продукции Oriflame до 90% натуральных ингредиентов. Акции Oriflame котируются на шведской фондовой бирже и показывают ежегодный рост. Каждый каталог, дублирую, да, здесь каждый каталог выходит от 30 до 70 новинок. Каждая серия кремов разрабатывается, здесь внимание, да, 6,5 лет. И еще 1,5 года проходит сертификацию в 60 странах мира. Представляете? Ассортимент обновляется на 30-40% в течение одного года. Разрабатывают 65 специалистов разных областей в Бельгии. Каталог Oriflame является самым большим печатным изданием в России. Это официальная косметика конкурса «Мисс Россия». Это официальный спонсор Олимпийской сборной. Это официальный спонсор Международной женской теннисной ассоциации. Косметика Oriflame, вот на этот пункт прям особо обращаю ваше внимание, проходит 8 стадий проверки качества. Для сравнения, в России продукты питания проходят всего 3 стадии. Все упаковки пригодны для вторичной переработки. Кроме того, что компания Oriflame производит косметические продукцию, да, есть еще серия Wellness, и принимали в создании витаминов Wellness принимали участие нобелевские лауреаты. На открытии центра Эгилёса в Швеции присутствовала королева Швеции. Каждый год во время кризиса и войн, когда это происходит, да, компания Oriflame всегда показывает рост. Ни разу еще не было такого, чтобы она где-то упала. Есть более 20 сервисных центров в России, более 4000 сервисных пунктов в России. Основатели компании были удостоены звания «Шведы года» по итогам 2003 года. Ранее этого звания был удостоен Альфред Нобель. Вот все преимущества, ну, может быть, не все, да, но многие я вам перечислила. Смотрите, кто вам будет помогать? Третий вопрос. За вами будет закреплен коуч-тренер, который будет вас вести до результата. То есть менеджер или директор. Плюс директор и спонсоры начнут самостоятельно наполнять ваш магазин покупателями. Также у вас будет полная информационная поддержка. Это YouTube-канал, скайп-чат, группа ВКонтакте и коуч-сайт, где вы сможете получать информацию в любое время, когда это будет необходимо. Что получите в результате? Вот средний доход в компании Oriflame по званию карьерной лестницы до уровня исполнительного директора. Но на этом уровне, на этом не заканчивается, есть еще дальше. Но пока рассмотрим эти, да. На уровне директора единоразовая премия, кроме зарплаты, выплачивается $1000, среднемесячный доход 33 тысячи. На уровне старшего директора, то есть когда вы уже раскрутили свой интернет-магазин до товарооборота 225 тысяч рублей, у вас будет немножко другая работа, вы будете выращивать директоров. За выращивание директоров компания выплачивает, ну, намного больше, да, суммы, намного большие суммы, чем за даже раскрутку своего магазина, да, то есть старший директор, это когда вырастили одного директора 50 тысяч рублей в месяц, золотой директор, это когда вы вырастили двух директоров 75 тысяч, старший золотой директор, когда вы вырастили трех директоров 100 тысяч в месяц, сапфировый директор, это 4 директора, ну и так далее, да, исполнительный директор, это когда вы вырастили 12 директоров. Что получим еще в результате, кроме официального дохода и премии? Мы получим еще путешествие, которое оплачивает компания с уровня золотого директора.
И в компании есть программы автомобилей, они разные абсолютно для каждого звания, есть своя программа. Об этом чуть позже, после того, как вы проходите регистрацию и начинаете обучаться. Хочу сказать, что с уровня дохода не раньше, чем 20 тысяч примерно, нужно открывать индивидуального предпринимателя, потому что компания работает только по белому, да, только в чистую, все официально, отчисления в пенсионный фонд, в налоговую мы платим, да, так как индивидуальное предпринимательство на данный момент, да, вообще является как бы приоритетным таким направлением самозанятости. Ну вот моя бухгалтерская справка, одна из бухгалтерских справок, да, и сейчас я вам покажу видео, как начисляется доход в компании Oriflame. Я думаю, что вы уже все поняли, что... Ребят, 45, сколько лет? Здесь, да. Ну, я думаю, что каждый уже понял. Я изменил свою жизнь. Так. Я не понимаю людей, которые говорят, я не могу себя заставить работать. Все, скажите, идет видео? Приветствую вас, дорогие друзья. Видео меня идет, зовут скажите. Ирина Родионова. И в этом видео я вам расскажу и покажу все пошагово, как начисляют доход, как делают переводы в компании Oriflame Cosmetics. Доход у нас официальный, об этом я расскажу чуть позже. Видео писала не только для себя, но и для того, чтобы мои партнеры, да, новички, начинающие, там, менеджеры, пользовались им, потому как сама была новичком, когда не было результатов, да, мы просим человека, который нас обучает, поделиться результатами его. И давайте перейдем к делу. Вот смотри, я начинаю с кабинета моего супруга, с личного, да, на сайте Oriflame, потому как у него открыто ИП уже, но доход еще, то есть договор с компанией еще не заключен, и зарплата у него накопилась на счету. И я вам сейчас покажу, как это выглядит до момента перевода уже в банк ее. То есть я в личном кабинете его захожу в раздел «Корзина», нажимаю кнопочку «Продолжить», и здесь мы сейчас увидим тот размер скидки, тот размер зарплаты, который накопился у него. То есть номер — это наша собственность, да, вы знаете уже, что можно передавать по наследству, дарить близким родственникам.